Успеть в срок. Управляющая компания «Уренгожилсервис» продолжает текущий ремонт домов в микрорайонах Мирный, Советский, Восточный, на проспекте Ленинградский и на улице Молодежная. В планах коммунальщиков обновить за всю ремонтную кампанию 2600 квадратных метров кровли, больше 4000 погонных метров фасадных швов и подъезды в 9 домах. На сегодняшний день выполнена большая часть работ. Затем, как дома становятся теплее и надежнее, наблюдали Анна Долгушина и Артур Цвилюк. Грязные стены, пестрящие непристойными надписями, остались в прошлом. В подъездах дома 6-3 в микрорайоне Советский рабочие смело размахивают трафаретным валиком, оставляя яркие синие узоры на свежей побелке. Новый облик этим летом обретут 30 подъездов в 9 домах. Без внимания этим летом не остаются крыши. Обновят их, правда, не целиком, а частично. В одной квартире этого дома во время дождей протекал потолок. Специалисты уверяют, это больше не повторится. Материал, который используют подрядчики из Тюмени, гарантирует прочность и долговечность. Бикрост, этот ТКП армированный, то есть это влияет на долговечность в первую очередь и на температурный диапазон использования. То есть для вашего региона как раз вполне подходит. При минусовых температурах повышенных, пониженных. Состояние крыши, по словам специалистов, неплохое, но ремонт небольшой нужен. Например, уязвимый участок кровли, примыкание к машинному отделению, требует периодического обновления. Его изнашивание – дело обычное. Идет склеивание, ну, то есть плавление материала нижнего слоя и приклеивание к основанию. То есть они плавятся вместе и получается плотный пирог кровельный. Текущий ремонт управляющая компания проводит как по своему графику, так и по заявкам жильцов. Специалисты собирают их в течение года. Количество работ зависит от финансовых возможностей. Чем меньше долгов по коммунальным платежам, тем продуктивнее пройдет ремонтная компания. Только об этом жильцы многоэтажек редко задумываются. Общая сумма задолженности сегодня составляет больше 230 миллионов рублей. Но даже несмотря на это, коммунальщики продолжают принимать жалобы от горожан. Первое, что необходимо сделать, обратиться письменно в управляющую компанию, написать заявление, в чем проблема. Обязательно специалисты выйдут, посмотрят, оформят акт, сделают, ну, что возможно удовлетворить, сразу же на месте все сделают. Если нет, то будет запланировано на в план, включено в план текущего ремонта. Но опять же таки, здесь вопросы в рамках тех денежных средств, которые мы собираем по содержанию текущему ремонту. Высотные работы по утеплению фасадных швов тоже в списке текущего ремонта. Случаи, когда они промерзают, нередки, но проблема решаемая. Сейчас промышленные альпинисты занимаются ремонтом фасадных швов. Процесс это тщательный. Сначала они очищают стыки, после поместят туда специальный утеплитель, затем пену, и вот когда она высохнет, покроют все герметиком. По словам подрядчиков, такого утепления хватит лет на 5. После вновь потребуется обновление. Высотными работами занимаются опытные промышленные альпинисты из Тюмени. Они давно зарекомендовали себя в этом деле как настоящие профессионалы. Это дело привычки, многолетний опыт. Уже занимаемся довольно давно, 6 лет. Дисциплина строжайшая у нас. Техника безопасности на первом месте стоит. Мы являемся аттестованными спасателями. Текущий ремонт управляющая компания «Уренгожилсервис» уже выполнила больше, чем наполовину. Несмотря на высокий темп работ, нужно еще сделать очень много, чтобы жителям было тепло и комфортно, даже в самые холодные зимние дни. Анна Долгушина, Артур Цвилюк, служба новостей «Импульс».